Всем привет, друзья! Это Escapist 2, это наша дружная компания. Андрей Доцент, команда GG Family, Катя с Максимом, ну и Калюня Ретро. Собственно, мы продолжаем. Привет! Да, пытаемся продолжать. Да. Привет, привет всем. Не очень успешно, но пытаемся. Весело, вообще, ни хера не весело, на зоне находимся. Какой нафиг весело? Загремели. Я не слышу радости. Да. Упражнений необходимо сейчас. В общем, мы опять это уже не кооперативный летсплей, это уже кооперативный... О! А, так это я у себя лутаю, черт. А, ты у себя лутаешь. Блин, я смотрю, что-то такой, ничего себе. Ну, Гарри, ты... Сам себя лутает. Так, ну тут, короче, план есть. Много швабр всяких. Так, мы не успели. Ой, ну все, ребят, нас сейчас искать будут. В душ, короче, надо идти. В душ? Ай, да вы... Слушайте, помогите мне в душе это убить. 75 монет за это мне дадут. Только я не пойму, их так много, я их не различаю. Они все одинаковые, я не пойму, кого мне надо убить. Ну пойдем, поможем. Ну ты прямо в душ решил, это самое. Ничего себе. Ты ему мыло подкинь. Мыло подкинь, чтобы он это... Да я подкину. Да давайте, тут собаки вон едят кого-то. Кого собаки едят? Не знаю. Катю. Лайт, да, Катюха, тебя там что-то это... Тут собаки, да блин, кого там собрался убить? Блин, да там что-то вообще, короче. Левый, да? Не пойму, где этот козел-то, а? Я взял почтовую сумку, ребят. У меня есть этот, как его, письмо и почтовая сумка. Прикиньте. Блин, короче, это прячь сразу. И схема валяется, кто выбросил? Да кто меня пьют опять? Не знаю, я не выкидывал. Слушайте, мне, оказывается, нужно любого из них, их с хулиганов. Короче, здесь все хулиганы. Нужно любого убрать. По щам. Я вот сейчас дерусь. Ах ты тварь, двое на одного. Нечестно. Стоять. Все, убил. Ломить хулиганик. А, блин, подожди. Стоять. Я сваливаю. Мусора, мусора уже. Мусора, простите, я ошибся. Или на ужин надо идти. Ай, стреляй. Блин, они за мной, что ли, или за кем? За мной бегают, помогите. За мной тоже бегают. Блять, ну с ружьем. Я успел в тайник все. Уложили. Я в тайник все успел спрятать. Фух, я добежал. Фу, блин. Я, правда, перед ними скидывать начал, но не знаю. А чё они на меня-то согрелись? Я вообще чистенький был, как стеклышко, которое я в кармане таскал с собой. Возьмите, если что, эту электрощиток, ребят, микросхему. Вижу, сейчас возьму. Вижу, вижу, сейчас возьму. Взял, взял. Не знаю. Щиток позволяет ключ-карту сканировать, в общем. Прикольно. Так, у нас отдых, да? А пошли нафиг. Ребята, у меня тут, короче, смотрите, электрощиток есть. Красная почтовая сумка, осколок стекла, почтовый адрес, отвертка и какой-то маникюрный набор. Кому надо? О, маникюрный набор, набор давай мне. Я люблю пилить решу. Калюнь, ты что-то вообще, короче, не в ту степь погнал, походу. Маникюрный набор. Так, че, за кем там бегают? Калярис, хули ты творишь? Говорят. Лежит, лежит, а к нему... А к нему менты, ё-моё. Че ты ко мне-то в камеру завёл? Они сейчас у меня начнут шмонать тут. Калюня... Что нам надо купить, скажите мне? А меня-то за что вырубили? Уголок? За то, что я в твоей камере. Я, главное, в свою камеру зашел, а меня убили, потому что Калюня там. Я понял, что уголок, он выглядит как уголок какой-нибудь. А? Нахер так? Здорово. Кто создатель этой комнаты? Катя. Катя. Она что-то пингует назад. Откидывает иногда. Так, я сейчас проверю свой тайник. Неужели меня там могли это... Да дай мне его убить! Я кто никого убить не могу. Знает, они все от меня убегают. Знает. Есть! Отлично. Наш урон восстановлен. Слушайте, я не пойму. Кто-то что-то открутил и... Мне написано вломить хулигану, я не пойму, какому хулигану, он не отмечен. Да вон охраннику вломи. Они тут еще те хулиганы, походу. Так.
Мы тут лутаем пока, лутаем. Давайте звезды доведем до минимума, чтобы тут это не было такого, что все на ушах стоят. Надо выполнять, иначе... Будем законопослушными, же... так сказать. Да, я буду Брюс Уиллис, законопослушный гражданин. Я реально просто хочу найти, кому, какому хулигану я должен вломить, я не понимаю просто. Чё себе. Тут есть подземный туннель. Увидели да на ну карте на. Подземный туннель? Ни хрена себе. Не, ну он-то есть-то есть. А лопату кто-нибудь видел? Лопатка! Не, лопатку мы-то видели. Ты хочешь собрался копать посреди дня? Это знаешь, по аналогии, как пилить решетки, ё-моё, на улице при свете дня. Калюнь, твои планы просто бесподобны. Так и норовишь словить пулю. Может, из вас кто-то хулиган? Я купил напильник. А, я тебя хотел бить только что. Вижу, пацан с дубинкой идет, думаю, точно хулиган. Блин, а как сделать чашку топленого? А это кто? Надзиратель Боб Роэн. Слушайте, а надзиратель ходит. Вали его нахрен! Его нельзя бить. Его нельзя, его... Твою мать, а ёлки. Он похож на этого, извини. Он похож на этого из... Из побега. Ребята... Я напильник нашел. Я напильник нашел. Напильник нашел. Напильник? А я нашел. Хорошо. Найдите мне хулигана. Так, я прячу. Коробки нужны нам? Давайте охранника ушатаем. Блять. Вот насчет коробок я не знаю. Вломить хулиганью, да кто же здесь хулиган? Как я не догоняю просто. А ты читай, там просто пишут никнейм чувака, которого надо вломить. Где же это посмотреть-то? В заданиях, на Q нажимаешь и задание. Будет тебе уроком. Дело может вообще выключено. Так. Чёрт! Вломить хулиганью, твои кулаки, Чарли не дает нам... Ай-яй-яй-яй. Перекличка, ребят, перекличка. Блин, а? Я чуть не это смог бы попасть в запретную зону. Дверь передо мной открылась, но, блин, не успел. Да, не вон, на перекличке, давайте задание да, разбираем, покупаем. Да, мне, ребят, это Чарли, кто видит, я просто тут хожу, ищу Чарли. Чарли, ты Чарли? О, Чарли, вот она. А вот этого козла мне надо ему. Запомни, кто он, и вломи ему потом. Я запомнил его. Давайте его прям, давайте его в угол заманим. Давайте его в угол заманим, сейчас четвером. Слышь, ты! Да-да, ты! К тебе обращайся. Ну-ка, где он там? А он блин. Один такой с хвостиком каким-то. А, самурай. Долбаный, да, походу. Сейчас мы выйдем из этого. Сейчас мы его, да, блин. Пойдем выйдем, да? Темные главное, дела. Главное, чтобы следующий удар был мой, а то мне не засчитают. А у кого есть маникюрный набор? У меня. Будет скоро. Мне куда он делся? Вон он, за ним. Андрей, подожди, вниз побежал. Иди сюда, твой. Кто да ж при охране-те? Блять. Помогите, бляха ты муха! Я не могу найти свой дом. Почему он так далеко? Блин, ребят, давай у тебе... него ботинок разделился на подошву, там на все остальное. Кошмар. Но его опять кто-то добил вместо меня. Ну это не я был, я. Блин. Калю, я это видел. Да, я это видел. Жесть. Так, Максим, а ты со мной через две камеры. Ребята, в камеру-то возвращайтесь, да. В камеру возвращайтесь, а тут у нас... Блин, нахрена мне эти ботинки? Нас одного колюню куда-то унесло. Так, надо бы понять, где моя хата. Моя хата с краю, ничего не нравится. Так, смотрите, ребят, я в принципе могу начать откручивать пока решетки в своей камере, чтобы ночью нашим выбраться всем. Потом. Ну, не, вообще-то нормально, они же вроде не ремонтируют. В камерах не должны. Ну вот, тогда нормально все. Ложитесь спать, ребят, время. А, спать? А как же я откручивать да-да-да. Буду? У вас есть отвертки? Сейчас я откручу, пока тут нету охраны. У меня только два напильника и мастеров. Ну, лопаты. Есть гвозди, ручной фен. А, я помнил, запрещенные предметы они показываются таким. Красным. Красненьким. А, так я понял, да и ски... Вот почему я не мог скинуть, потому что, только, видимо, только запрещенные предметы можно скинуть. А у меня есть крем для рук, лосьон для бритья, ручной фен. Так, и гребень. Тихо, я... Офигенно. Да, ты моя красавица, да. Я лысый, а у меня есть этот... Расческа у меня есть для лысого. Так, мимо моей камеры проходят.
Я сейчас тут это, блин, такие дела вершу, а тут эти ходят. Так, давай-ка. Все, вы там спите, что ли, уже? Нет, да, я сижу, жду, пока ты ляжешь. Ну, блин, Галюня, ну ты ебаная мать, я тебе маникюрный набор подарил, ты слушай. Че ты, Галюня, вообще? Это как это, все, ложи трубку, нет ты первый, нет ты. Блин, я жду, пока ты ляжешь спать. А нет, ляжешь ты, давай вместе, да? На счет три, раз, два, три. Да кто-нибудь ляжет спать-то, ёлки-палки? Сейчас, я все открутил, короче, она это... На 10% я могу потом открутить и к вам попасть быстро в камеры. Да, все, ништяк. Ну, нормально, все. Все отлично. Так, у нас что, перекличка? Теперь мне опять нужно того козла. Ребята, пока перекличка, надо лутать в их камерах, пока никого нету на месте. Блин, а. Сейчас надо вломить хулиганью. Давай, вот короче, Калюнь, тогда сам уже, а то мы... Да, я сам справлюсь, да. Да, меня мент завалил. Быстрее, чем я его завалил. Эй, вор! Че вор? Я не вор. Блин, дайте. Мне вообще надо, мне по заданию надо залутать в Калюниной комнате. Лутай, у меня там расческу забирают. Во, ребят, тут ломик вообще можно приобрести. Расческу забирай, расческа не знаем. Как раз таки и нужен. А, ну вот. Прости, дорогуша, тебе без поделиться. Только я тебя вижу. Я вижу твое ухо. А, напильник в столе контрабандистов, блин, надо. Так, ага. Сейчас что, на обед надо идти, да? Во! Да. Ну не обед. А тут что, нельзя несколько заданий брать, он что ли? Дубиной бегает! Нет, у него дубинка. Надо забрать ее! Вот как они, да, не палят, вот это меня прикалывает. Ну а че? Так. Так, я рядом с ним сяду, не заберу что-то место, мое место. Такие сидят друг напротив друга, такие смотрят. Сейчас тут драка будет. По стандарту всегда здесь драка случается. Не мы, так они. Готовьтесь подобрать лут спавшего. Я пока лучше посижу, понаблюдаю. Что за херня? Смотрите, они подцапались между собой. Драка. Погнали. Пошла жара. На улице бежит. Да блин, я жду, пока этот дожрет. Хёшкин кот, а? Сейчас тут еще драка будет, походу. Что там происходит? А вы где? Вы видели, было написано, жри эту креветку. Лучше кормят. Ни хрена себе. Жрут креветки. Так, Чарли сидит на месте, я ему сейчас прям на кре... Слушай, он дубиной как бьет, ни хрена. Так там же дэмэдж пишется, когда ты оружие берешь. Подожди, где пацан он? Убегает. Тихо. Не беги. Вон, я за ним бегу. Его, да твою медь. Ну зато у него... Дубину, лутать. Я так. Забрал у него дубину. Я забрал у него что-то там гребни. Заточка. Лезвие гребня. Ого, нормально. Откуда они все это берут? Меня вот это вот прикалывает. Мы тут, ё-моё, ни хрена не можем сделать. Даже близко что-то. А эти... Ну не то, бывалые. Сбитые тут ходят прям при этих. Ничего себе. Как бить? Стой, Андрюха, отойди. Сейчас что, тут будет нечего. Да блин, в меня попали. Обалдеть. Ну вообще завалили, свои же тогда, ничего. Блин, а что, я не Чарли должен? Тут письмо лежит прям по центру. Сейчас я возьму. Ты выкинул-то. Забрал письмо, так это нам поможет. Почему адрес не потягаете? Почтовый адрес у меня в тайнике. Сука, а? На тебе кое-что скину. Блин, а что за фигня? Как вот чашку топленого шоколада сделать? Я не понимаю. Блин, ботинки. Черт, а? Нет, понятно, у меня все есть, я не могу... А, вот, все, сейчас изготовилось. Кать, это, переложи в тайник. О, помните, кто-то вчера вылетал. Я тебе скинул это. Че, ты вылетел? В ящик. Где ты меня скинул? Походу, у меня зависла игра. Все, так. А, не зависло, не, все нормально. Все, я вернулся. Блин, ну, чувак тут. Ну да. Так. Офигеть, просто так, короче, до этого забежал, меня стукнуло, убежал. Так, ребят, мы что, действуем согласно плану свалить через это? А, блин, у меня ну уголок не хватает. Ну, через почту, мы же хотели. Ну, через почту. Да, нам надо бабашек заработать, чтобы уголок купить, потом молоток. Ой, я пойду тогда книги читать. Чё я?
Давайте, а я пока Чарли поищу. Я не пойму, блин. А Чарли у меня! Чарли у меня! Где? А ты какого цвета? Вот он, наверху, наверху, наверху. Я красного. Я... У меня это не верх. Долбаные лестницы. Я на втором этаже, на втором этаже. А, понял, ты над книгами. Да, он тут. Над книгами. Знаешь, как звучит, а? Чёрт, а? Сейчас я иду к тебе, Вова. Я для него задание делаю. Да, давай, давай, давай. Я ну, поговорим так. О чем пока. Поговорим о сексе, скорее. Вот он, тварь. Ты можешь помочь его завалить? Не, не надо. Сука, 20 заданий какого-то перепугу. Сколько раз помогаем, постоянно неудачно. А чё за фигня? Да, мне написано вломить хулиганью. Что я должен сделать? Вломить? Что за задание? Все просто. Может, не надо убивать его, просто это... Долбануть один раз и убежать. Как напиток пить? Как напиток пить? Мы уже бывали в деле. Чарли не дает нам покоя. Сделай одолжение, вколоти немного ума, разума в эту скотину. Так ты его должен научить читать, наверное, просто и все. Блин, ну он... А, она пробила. Так, пацаны, давайте с Саней. Слушай, а правда, может, книга ей надо ему пиздануть? Может быть, это был какой-то, какой-то симс. Слушай, долбанный. Знаешь, как использовать банку? X. На пробел, на пробел. Да я уже выпил. Выбираешь в действующее это и нажимаешь пробел. Так, че ж у всех цены такие дорогие? Охренели, что ли? Да вообще офигели. Всем лезвием гребня просто дам. Так, ребят, у меня есть два напильника. У меня тоже есть два напильника. Это говорит... Так, я пошел, короче, у меня тут задание рядом. У меня тут первое задание. Сейчас мы деньги соберем и свалим отсюда. Давай, давай. Так. О, а это кто за мной бежит? Ну, главное, купите, я смогу уже коробку сделать. И потом только еще крышку надо будет. Нет, я пока не купил, мне не хватает. Я нашел чувака. Подождите, да я не убивай! Мне задание надо было ему отдать. Сейчас он появится, прям проследует просто за мной. Барабан нашел, обалдеть. Так... Нахрен мне барабан-то? Бара-бара-бара-бара-бара-бара. Угу. Так, а какой план-то? Кто-нибудь полностью его огласит? Убить Чарли. Это мой план. У всех работа. Блин, там между собой дерутся. Так, а я заберу у них эти лут, когда они прикончат друг друга. Я Кате газировочку скину и чашку скину. А сам сбитый буду ходить. Давай, давай. Слушайте, давай, 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 давай. Все мне скидывают, вы такие добрые. Мне кажется, что лезвие гребня, на. Ребят, это этот. Он не режет никого, его в руки взять нельзя. Мне кажется, что это просто для этого, для. Как она? Пилка. Пилка. Для ногтей. Пилька-пилька. Нихера себе, там что, с корнями ногти убирать, что ли? Блин, а где работа? А, вот работа. Черт. Ну давайте, что у меня там сейчас? У меня вантус есть. Ого, я две отвертки нашла, ребят. Отвертки нам нужны? Нужны? Да. Ну, да. Каждому по каждому в камеру отвертку одну надо спрятать, чтобы он в шахту залез, а потом встретимся в шахте, когда будем убегать. Буквально по одной отвертке. Давайте тогда. Смотрите, Максим, я тебе одну скину, ты потом перекинь в тайник. Так, и... Чё, у меня тут Андрюха рядом? У меня есть. Ломить хулиганью, получить носок, получить батарейка. Вы чё, офигели, что ли? Что случилось? Я не сделал. Ого! У этого... Офигеть, у доцента постоянно какая-то уникальность здесь. Тут подошва, целый ботинок. Я такой не нахожу, он у меня находит. Ботинок нашел с подошвой. Ну нормально. У меня есть носок и батарейка. У меня вроде батарейка есть. У меня есть носок, по-моему. Не помню, вроде был. Это тебя и показывает как раз, что я должен у тебя забрать. Забирай. Забирай, да? Не жалко. У тебя подошва только. Ну что, носков нет, что ли? Я нашел носки, я могу тебе сейчас скинуть. Давай встретимся. Да, я не могу взять, почему. Давай к физическому двигай. Зачем в комнате? Поднимайся выше. Где физические упражнения? А у тебя батарейка. О, у тебя батарейку сейчас я заберу, у тебя батарейку. Мне еще батарейка нужна. Так, батарейку я забрал. Блин, а. Что упражнения? Ты какого цвета? Я синий. Синий. А ты какой?
А я желтый. Желтый, он китаец. Сейчас я вот рядышком говорил. С тобой, рядышком да. С тобой, во. Сейчас тебе скину. На носок. Как сбросить-то? У меня в руках заточка, у тебя носок. А носки-то хоть чистые? Ну что, у меня осколок стекла есть, что? Так, после ребят, надо в душ идти. Упражнений. Сейчас, угу. Ребятки, я отдам. Зачем ты кому-то пошла в душ подстраиваться, а? Ты не можешь попасть? Вот таким макаром я ловлю хулиганил. Я понял. Помните, в фильмах была такая фигня, когда они в носок клали батарейку и били людей? Да. Вот, но это кистень называется, так, вроде получить, как. Слушай, а мне все равно надо получить носок. Я ворую носок, все равно другой, ты мне зря носок. Теперь у меня два носка. Ну, хорошо, две ноги, два носка. Че ты? В чем проблема? Ой, блин. Супер кистень из носка. Офигенно. Две собаки теперь. Ой, блин, а что ж делать-то? Что ж делать-то теперь, а? Так кем-то, видимо, собаки сейчас будут гоняться. Да. Да, походу за кем-то, да, потому что 4. Итак, я штатскую одежду взял, на всякий случай. Я нашел носок кистень из мыла, но не из батарейки. Ага, надо на ужин идти. Блин, так меня сейчас там могут... Какой тебе надо? Носок кистени из батарейки. А там я из мыла нашел только. Там кого-то бьют, походу, опять. Ну, блин, 4 звезды. Я так полагаю, тут как в GTA 5 звезд будет, танки нахер ездить будут. Прям внутри тюрьмы. Всех тут валить к чертовой матери. Да, супер кистень. Тут собаки ходят. Твою мать. А ты просто положи и нажми изготовить. Понимаешь, если меня сейчас... Псы долбаные. А я тут при чем? Походу, да. Меня загрызли. Меня бьют. У меня сейчас все своруют нахрен. У меня уже, походу, своровали. Если вы сдадитесь, то отправитесь в карцер. Ваши запасы пропадут. Какого хера? Блин, у меня все пропало. Офигеть. У меня такая же фигня. Я был слишком подозрителен. Черт, а. Штатскую одежду. Все свистнули. Вот ублюдки, а. Еще и в камеру. 5 звезд. Да что ж такое-то? Что ж за несчастье-то такое? Мне не удается сделать одолжение. Меня скинули. Эх, обидно. Ну что, в камеру возвращаемся. Ладно, хотя бы отдельные вещи сохранил. Да. Так, сейчас у нас что, ужин, да? Тут уже кого-то ушатали опять. О, вали его! Ах ты ублюдок, он не дохнет. Чёрт. Так, короче, я уголок купила. Уголок? Нормально. Да. А, блин, у меня 70 золота. Откуда у меня 70 монет? Я что сделал-то такое? Сделал корпус ящика. Сделала. Теперь надо крышку, короче, ребят, купите кто-нибудь молоток. Где? Надо еще гвозди. Гвозди еще надо. У кого купить? Вы мне скажите, у меня 70 монет, я, может быть, смогу купить. А, ну ладно, ладно. Не, у меня. Калюни, слезайте, полиция идет, сейчас спалят. Кто там крутит? Сейчас я скину быстро. О, одолжение сделано, все, я монетки заработал. Так, я могу напильник купить. Хорошо, что мне полено скинул, потому что они нужны. Могу напильник купить, если надо. Ну, мне вообще надо, если в тайник получится положить. Будет нормально. Я купил и в тайник. Там чувак при смерти, он говорит, что ты лежишь. Просто у него задание можно было взять. Короче, у меня два напильника и отвертка. Вот так вот. Все. Ну, отлично. Это сделало мой день. Вообще обалдеть. Такс. Блин, Сегодня мы уже более слаженно играем. Да, командная работа. Да. Вчера была прям паника. 10 минут вчера мы дурака валяли. Не собака, что делать, были. Меня убьют. Да даже не сколько мы валяли. В карцере не был. Я был. Нет. А, вот. Я тоже один раз. Я просто в больничке был. Я тоже в больничке. Слушай, я не могу найти, у кого задание можно взять. Все беззаданные какие-то. Безданные. Так. Так, а у кого почтовый адрес-то? У меня был, но у меня это, я надеюсь, успел скинуть. Вроде успевал. Потому что меня в карцер загребли.
не делитесь, ни ребят, хрена, не надо вам лишние звезды. Какая драка. Бах по лицу. Текс. Бам, прямо хлебальник. Нормально. Ребята, слышь, вы чё? А печенье не может отвлечь собак? Тут двое в моем доме шастают. Идите отсюда. Видать, кому-то чинило. Япона, мать, кто там спалился с повреждениями? Ай. А это я пацану подложил этот, я должен был ему решетку подложить, чтобы... Катя, их выгнал. 100%! Охренеть, я они... Понимаю, но... Они сейчас будут все теперь проверять, походу. Максим, это тебя убили, задание, да? Да я знаю. Конечно, я с двумя дрался, ты даже не помогал. Калюни, как истинный наемник, мне пофиг, у меня задание было. Мне монеты заплатили, все нормально. А на остальное насрять. Так, подложу. Ты жестоко. Перекличка, блин, а мне чернила нужно быстро подложить. Быстро. Текс, перекличка. И что, Кать, ты сказала, то, что мы там... Ну все, я как бы перекличку прошел, можно уходить, да, типа? Этот, да. Сегодня еще как-то... Там за кем-то пес бежит. Я бегу до перекличку. Я иду тебе навстречу. Меня бьют просто так, да за что? Ребят, вы смотрите, ко мне сейчас в камеру наведался ремонтер этот долбанный. Угу. И ты он начал проверять мою шахту, да? Хотя это как бы это самое. Я не палился, то есть они все, он все проверяет. И так что, он тебя закрутил ее? Нет, он сказал типа как настоящее. А может быть и закрутил, я теперь не знаю. А есть у кого-то, гвозди, ребят? Гвозди просто от таз как нужны. Я ж тебе складывал. А подожди, я еще посмотрю. Надо проверить запасы. А, пусть пока у тебя в тайнике лежат. Катя, за тобой идут. Блин, за тобой пес бежит, скорее скидывай. Сбрасывай вещи. Сбрасывай. А у меня ничего нету. А, ну тогда приятного аппетита. Блин. Все. Так, есть, я сохранил почтовый адрес и все стоящее. Ништяк. Я спать ложусь. Пошли они. Надо проверить все. Что у вас там готово? Может быть, сваливать будем при помощи напильника и заграждений? Как думаете? Давайте попробуем. Я почти уже сделал эту коробку. Но если не выйдет, будем по твоему плану действовать. Да, какая разница? По твоему плану. Мы сюда. Все, game over здесь не напишет. Я сплю, если что. Я сплю. Может... А зачем спать? Мы ночью же уходим. Да. Мы же ночью уходим. Стоять. Двери закрыты, вы все дома? Отвертки у всех есть? Нет, я в картере. Блин, а тогда ждем. Максим, я тебе, Яндедух, тебе я скидывала. Не, у меня есть отвертка. В смысле ты мне скидывала? Погоди-ка, у меня и так есть отвертка, а ее это забрали. Я же сказал, мне не надо, у меня есть отвертка. Надо было кому-то другому. Не, он, кстати, починил у меня все, прикинь. Да, значит, и у меня тоже. Вот ублюдок, а. А он всех чинит. Вот именно, надо... Случись какой косяк, они все проверяют. Твари. Ой, блин, а. И теперь нет смысла спать, коли это там сидит. Картофель чисти. А я чё? Катя, уже все пришла. Так что, спать ложиться, не? Не-не-не, не ложись. Так у меня даже отвертки нет. А сейчас мы спасем вас. Катя, у тебя есть лосьон? Отвертки нету, в том-то и дело. Я сейчас тебя это... Так мы уходим уже, что ли? Все через этот? Да. Да. Блин, а чё ж мне это самое? Напильники надо брать, нет? Берем, все берем. Чё закончилось? А у кого сколько отверток? У меня одна только 60%. А у тебя откручено уже все, нет? У меня не куплено. Сейчас проверю. Блин, он все заново закрутил. Вот тварь, а. Он вообще взял всё заново закрутил. Давайте еще денёк. Ребят, давайте еще денёк. Пришёл. Чё? Я сейчас заработаю еще и отвертку куплю сразу, и напильник. Давай хорошо, давайте. Потому что у меня сейчас ничего нету, я только зарабатывал. Я подкоп делаю. За Чарли бегал. Подкоп блин, делаю. Блин, а. Тогда мне тоже отвертку надо. Я закрыл, у меня отвертка кончилась. Охеренный давайте план. Ложимся. Все, ложимся, короче. Сейчас только это... Поспите, а не, подождите, надо же эту поставить, да? Да уровень безопасности вас повышен, так как в тюрьме было обнаружено повреждение. Катя... Ну это... У кого там? Чёрт. Да, вот у меня никто не ходил, не должны. Я даже не прокопала, я чуть-чуть там.
Так, надо, короче, покупать эти отвертки, искать. Вообще, все искать. Перекличка наступила, самое время лутать. Да, там можно... Отвертку нашел, отлично, я отвертку... Че ты у меня-то лутаешь, Кать? А, это твое! Блин, а? Ну, нифига себе, это трое. Я напильник нашел, напильник нашел. Отлично, у меня две отвертки, два напильника. Посмотрим, что еще смотрю. Я могу вас нарисовать. Так, перекличка... Перекличка ровно 8, я так понимаю? Нет, там надо пройти, галочка должна появиться вроде как. А, вот у чувака отвертка 40 стоит монет, ребят. Так, давай, я куплю. Сейчас найдем. Покажи его. А, вот он. Вот он, вот он, Чец. Тейлор, да? Нет. Не-не, Чец, вот. Я стою тут. Вот он, вот, передо мной. Чец. Текс. Все, у меня есть отвертка, у меня есть напильник. Вот у меня две отвертки, два напильника. А, сейчас принесу. Во, блин, опять какое-то новое мурло могу себе слепить. Офигеть просто. Нафиг мне это надо. Текс. Отвертки все. Еще отвертку нашел. Ничего себе, что-то у меня отверток. Еще отвертку и еще напильник. У меня две отвертки, два напильника. Блин, Калюня, у тебя в камере шмон был. Да? Ну, у меня там ничего нет. У меня, как всегда, вы знаете, что я ничего не храню у себя в этом. Так, кому отвертка нужна была? Кому отвертка нужна была? Слушайте, когда у вас две отвертки, две этих, я сразу подозреваю, это изоляция. Твою мать, они все за мной бегают. Прикиньте, как выкидывать? А, я выкинул отвертку, подбирайте отвертки. Я, короче, все выкидываю, по дороге бегаю. Смотрите, я прям просто все выкидываю по дороге. Они не подбирают это, надеюсь? Откуда это здесь? Давайте быстрее подбирайте. У меня, короче, ребята, места нету, где прятать вообще. У меня тут почтовый адрес. У меня тут и планы А, и план Б находятся в моем ящике. Ребят, возьмите, пожалуйста, там одна отвертка. У тебя тоже, вот видишь? Я взял. Еще возьмите. Катя, блин, изоляция. Я представляю такие этот мне починил, козел. Переговариваются такие во время изоляции на весь эту, на всю тюрьму орут. У меня отвертка, у меня отвертка, а у меня есть, а мою подберите. Палевый пипец. Отвертка и две этих. В камеру зайдите все. В камеру зайдите, давайте переждем. А тебя куда потащили, Калюня? Я не знаю. А херли пес ко мне прибежал, я же вообще лежал, никому не мешал. Меня на электрический стул понесли, все нормально. Меня сразу туда. Я вообще, ребят, прикиньте, вообще чистенький был, не при делах. Просто пес влетает вместе с этим, вообще ни за что. Я даже рядом никого не видел тут. Они шмонят прям все. О, здорово. Я ожидал офигеть. Тебя. Офигеть. Ну, если ты вчера сданул и сразу всех заподозрил. Как, я к тебе. Как, подожди, на, иди. Давай, мне сюда. Отвертки, мне нужны гвозди. Что за жизнь? Так, ну у меня готово все, в принципе. Это я-то, если что, могу готово, помочь, да. Чтобы скинуть, помести, Максим, вот нажми, чтобы у тебя было как оружие задействовано гвозди. Угу. Так, а, да? Они все, да, и так нажимаешь, вот когда вот, единственный квадратик показывается, без пунктира, вот оттуда можно скидывать. Я не знаю, нифига не скинули. Они все подбирают. В стойниках? Все подбирают. Давай, не, да, давайте ментал загасим. Не надо мента гасить. Я еще напильник нашел. У меня просто это, у меня денег, наверное, не хватит, чтобы купить. Да, у меня 20 монет не хватает. Вот здесь напильник. У кого есть деньги? Возьмите напильник. У меня напильник есть еще один лишний. Я его не знаю, куда теперь деть. Кому отдать напильник, ебаная мать? Мне. Давай ко мне, иди в камеру. Ты какой? Да я синий. У меня все, коробка готова. Ну, го с коробкой попробуй. Я не знаю. Мы вчетвером в коробку поместимся там. Что ты это, блок наставишь? А, блин. У тебя, кстати, вот, давай, подбирай. Блин, ты куда? Тут этот я проверяет. Тихо. Я взял, нет? Стой. На. Вот. Че, идем, коробка, погнали. Ребят, постойте. Мне что брать-то? Почтовое письмо или что? У меня тут есть же почтовое письмо и просто письмо. Какое? Почтовое письмо, го. И почтовые всё, взял. Просто бери, пошли. Блин, всё, я одно взял, туда. Ладно, пойдемте, коробки, сваливаем. Мусора, я вас больше не увижу, ублюдки, тьфу на вас. Сейчас я возьму. Сваливаю нахер отсюда. Куда идем-то? Туда, помнишь, где мы открывали? Ну где она? Вот мы собрались. Давайте. На нижнем этаже. На другом этаже. Давайте, открывайте. Погнали, я открываю.
Или кто открывает? Давай. Открывайте, а как? Открывайте, у меня коробка, открывайте! Бляха, да ты муха. Да я нечаянно нажал. Блять, пойдемте на обед отметимся, иначе нам. Да давайте, я открываю уже! Копы, 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 уйдите, уйдите, тихо, 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 тихо. А мы чё, а я ничего, я просто стою вообще. Давайте, давай, я открываю. Ну у тебя же инструменты коробки, чё ты там? Заходи. Как открывать? Чё ты уже, ты открываешь? Нажимай, нажимай, EQ, нажимай. Нажал, нажал. Вот нам открыли. Заходи, 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 всё, закрывай. Так, чё теперь? Готов корпус. Корпус готов. Так, как теперь тут? Катя говорит, что у неё корпус есть, она должна это... Нос. Так, вот это же коробка. Вот! Да. Так. Нам нужно изготовить крышку. Сейчас я вставляю крышку. Давай. Давай, 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 давай. А мы туда уместимся? Чё-то она какая-то... Только найди почтовый адрес, Андрюха, у меня есть, у меня есть. Нажимай, нажимай, нажимай. Всё. Всё, можно бежать. Вообще ништяк, да? Фу. Тихо, 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 тихо. Четыре ящика, пацаны, везу. Подождите. Их мы еще не свалили, сейчас собаки такие на нас накидываются. Не снизи, пожалуйста. Сейчас собаки такие накидываются на нас, да? Ради нас. Так. Ну, вы понимаете, с напильниками это было бы все долго и палевно. Все. О, огонь вообще, да? Я думал, что с коробкой проще будет. Я как будто реально с тюрьмы съебался. А мне тебе механика еще что-то дали. Офигеть. Что за монетку вам дают? А вон монетки какие-то. А мне драчуна дали, я ж дрался, 8 нокаутов оформил. А мне майнкрафтера какого-то влепили. Самый такой хороший был. Я ходил без палева, все. У меня 4 сделаны, когда уже смотрящий. Ребят, надо просто на изи так сбегать, потому что в каждой камере, я так понимаю, есть почтовое отделение. И, скорее всего, нет, скорее всего, в следующий раз что-то другое уже. Тюрьме, там свои да. В режиме да? Сталина я сомневаюсь, что там будет почтовое отделение. Там будет только, знаешь, там можно будет только в Сибирь отправиться, но это хуже, чем тюрьма будет, поэтому там сразу гейм-овер. Хотя, знаешь, там просто на решетке нужно будет пописить и можно будет пролить. Еще и можно, да, сразу. Ну чё, заканчиваем, да, здесь? Да, заканчиваем, конечно. Да, мы прошли первую тюрьму в Escape Is 2, было очень круто, весело. Надеемся, что вам понравилось. Не забывайте про большие пальчики вверх, а также подписочки, друзья. Все ссылки есть в описании. С вами был Андрей Доцент, Катерина и Максим с канала GG Family и Калюня Ретро. Такие дела, всем пока. Всем пока. Пока-пока. Пока.